А ты с кого плюсуешь? У меня на С камень ДК, я же ПД сказала, я на присмотрю. ДК пойду. Сейчас в рублевом все заебало тыкать. В ДД. Присмотрите мне на камень ПД. Прикинь, вот сегодня третий день подряд на ханта у Павлу налили с одной монетки. Ну, типа, с основной. Слышишь, зачем Это просто их горит с этого. ой, 25? Давай, блядь, грулю убьем. Десятку потом закроешь. Он всегда с Луни начинает. Ты первый раз, что ли? Доброй охоты. Да хранят тебя. Вот всегда с Луни идет. Да и дауни лететь дольше всего. Думал, тут Тогда ты правильная охота духовник. и маги Груль тут и все. Типа, я за 5 минут собрал все рейды, при этом ты все равно успел найти пугов. Бери гильдийский, Мозер все равно попизже будет. Я плюсанул. Присоединяйтесь. Чем могу помочь? Что ты сегодня такой злой? Что ты злой сегодня такой? Сразу кикает. Что это? Сначала А она просто... да. Иди. Хату катать. Он просто сегодня признал то, что про товары не очень. Не, ну фразу, что Эршама лучше про товаров, я слышала. Слышал весь рейд. Все, я успокоилась. На нормальном личе-то он неплох, типа, но в реалиях Сирусах полная г... Как бы пора уже смириться с этим. Типа, я не знаю, я сколько не смотрел, типа, видосы, там, WoW Raid.ru, там, CLK, типа, блядь, про товары танчат, Там и мозг нихуя плюсовал им не сквозь, было. да. У них работает такая тема, как критический блок. Пей не Когда ты пей не блокируешь вместо обычной тычки, выездил. Короче, до Долорана уже сама долетела, я чувствую, до Лони тоже. Вообще, по-моему, проще, если есть люди, можно сразу пуга менять. Мы типа босса не убили. Это нормальное явление просто. Думаю, так. Да, часто происходит. Хотя, конечно, уже там пару боссов убили, тогда, конечно, так не делается. А да, блядь, до самого рейда можно и поменять. Просто нарабатывай скилл. Он как пианист, да, рассказывал, что его с ласта кикнули. Или кого? Типа, нужен челик. Ты Драгон, да, рассказывал? Я Нужен Джоки мозг. кикнули. Не, по-моему, пианист говорил. Леху Если недавно его с кикнули, ласта недавно. кикнули на прошлой неделе. Да, Леша говорил. У меня месяца полтора-два уже назад кикнули. За то, что ты типа в танк спекнулся, да? Когда один танк не мог танчить. А, не, это отдельная тема. Во, видишь, просто все получается. Скилл нарабатываю соло без самони. Один. При этом у По нас нету варов. центру как раз-таки, посмотри в центр.
Так что? Тебе есть 8% маски? Кто даст? Денег на ноты 5 стоит. Ничего не менялось, типа это локовские тогда скидку делали 40, а так вроде полтинник. Завтра их тоже ДВшная будет? Первые 4 дня недели после сброса. Куда идти, на РТ или на пару? На пару, конечно, лучше идти. Если ты на бюджете учишься, то тем более. Ты сейчас ей насоветуйте. Советчики, блин. Пускай учится, блин. Ну, блин. Кучная пара будет. Нет, это зависит от того, кто будет на РТ. Смотря по количеству людей, там уже будет видно, отправим мы ее на пару или оставим на РТ, там уже видно. Если через 2 недели будет 2 недели отдыха для написания этого курсовой, так что пятая буду... группа всегда хил. Не, это 2 недели не для написания, а 2 недели чисто для. Вот дайте, я тоже так джекса. Думаю. Дайте джекса. Лёха, сколько всего ребят? Половину. Слышишь, я прожал эту фигню, она схавала у меня ману, а стаков не появилось. Ты взял триню, которая с рыбы? Наверное, я не знаю, откуда. Я же вам говорю, она сжирает маны и не восстанавливает, вы меня не слушаете, эта триня самая беспонтовая, что может быть. Да, я уже на успех нажал по приколу. О, боже. Ну ладно, тести. Это проблема. У меня сейчас присумоните, пожалуйста, потому что я на палетке. Я слетаю в Доларан, присумоните мне еще раз. Винкани, триню свое. Так вот забыла. Ты, эта триня прожирает ману тупо. Фраска, винкани триню. Я не могу ее линковать, ну зачем? В личку линкани, про какую ты говоришь? Я догадываюсь, это с рыбы, наверное. Это серьга. Да. На медитацию. Трини вообще. Погоди, ты специально эту триню взял, чтобы на первой карте не быть? Вот, сделай с кнопки. Я больше не буду ходить на первую, на вторую карту. Или на первую. Это мазохизм просто. Твой план, мага замени, там кого-то еще с гильдии возьми, он, блядь, идет в рейд и регает БГ. Да Джейки. Как он регнул БГ в рейде, я не могу понять, ему же должны были сказать, что... Типа Денчик с ней ходит, значит она работает, и он один ты носит. Там типа, во-первых, один ты, во-вторых, что там второй запас маны. Да она не работает, я тебе говорю, она схавала ману у меня, ничего не дал. Так там она еще определенное количество должна сожрать. Ты читал там, сколько она сожирает? Да было бы классно, если бы, знаешь, стаки бы не спадали. Нарезка бы нормально была стак. Где-то, где проседаешь по майне, хоп, оставало. Так она же вроде как меньше 50% маны ты юзаешь, она тебе возвращает то, что зарезервизировал, нет? Она не возвращает, сколько высосала. Автоматически должна вернуть, когда у тебя мана упадет.
Ну же, юзать ее надо, как бы автоматически. Она не возвращает столько, сколько забирает. А сколько она возвращает? Ну, 20%, а скачивает 30%. Ну, то есть... Так она возвращает по одному стаку же. Типа у тебя 4 стака, 50% ну, да. Опустилось, и один стак опустился. А у меня это тренинг есть, и чё? Ничего, говорю, что она не возвращает столько. Она один стак возвращает. То есть четверть того, что взяла. Ну, я об этом же. Так она потом еще один стак вернет, когда опять опустится. И потом еще раз, и еще. А в бою обычно опускается под конец боя, и поэтому нет смысла ее юзать. Если ее юзать перед боем и быстро отрегенить, может есть профит, но 200 СТБ это такое. Поставил рыбу, где локовский портал. Потому что если хил на середине боя сухой по мании, так, на БГ... то смысла вообще нету в этой трине особенно. И в хиле тоже. Мне пишет, что он... А, да, вообще да, лепестки войны. На варсе он. Тик его нахуй. Может, он гильдии кто-то хочет еще? Выкинь ее, Браска, выкинь эту трыню. У тебя слишком мало маны, чтобы она заработала. Вот, да, ключевое. Вот, если бы у него до хера было бы маны. Потому что холи паладины, они когда бисовые, они МП5 мало берут. Там можно. Там можно. Скажу на бой. Танк нормальный хоть? Да, я писал. Ты этому пацану крови возмущаться, что там каски не для кумака не хватает. Сука, на пулю. Ха-ха. Лёха, ебаш. Чему ударила хвостом, что ли? Меня чуть не убило. Ой, готовься Лёхе дать истерию. Сейчас скажу, когда. Сейчас на каком персонаже будет? А тут я тебя... Написать хочу. Ну, хуй знает, да я их хочу. Я хоть кому-то из. Древносмерть, танчи этих маленьких, большой мой. Древносмерть, ты вдись. Джос. Много дает эта ебаная пушка. Блять, я с тобой, потому что танчу. Пышка, отбегай. Тоже сильно. Мелких заливаю, это уешка, там Лёха, блядь, просто одну тычку дает, и они все.
Тут возьмем еще манами. Дайте БР. Просто ты, да? Да, да. Это анлак вообще. Паста ты разворачивай. У него страх. Это, блять, фир. Страх. Вон. Все. Чё вот этот шлем на транс нужен кому-нибудь? Сейчас. Да-да-да. Нет, это не тот, другой, латный, с гребнем. У меня есть эта сумка. Шлем гнева, вот этот. Я понимаю то, что паладин пернатый, но не петухи же настолько, что сгреб. Я не знала, что он у меня есть. Не нужен никому. Даже два. Это честь для меня. Можно я ИК-25-ку шаманом пойду? Я там ОД коплю, сейчас залечу. А, хотя, стоп, нет. Все, отмена. Крест закрою. А где купить особое пойло нота? Особое пойло нота в этом... В квартире. Портал ушёлный. Врата смерти. И а где вакируси конкретные? Просто тут ничего не типа один яр. Да. Он там один такой пацан на втором этаже, по-моему, стоит с края. На после лестницы. Где лестница? Там одна лестница. Рядом с полеткой портал должен быть. Там, где балкончик, где-то там. Да тут уже все вокруг обежало, ничего нету. Блять, сейчас прилетит. А блин, в Агеросе второй раз в жизни. Первый раз было на Офе. Сочувствую. Агерос классная тема. Там, кроме бега, блядь, ничего клевого ты не... Блин, на второй этаж. А, это телепорт. Я тебе фото. Это телепорт, да?
Сейчас одного спрошу, может пойдет тоже там. Не, он десятку собирает. И это напишет девчонка, да? Да. Так это норма. Тебе сказал это про товар, он поймет. Ну да, да, да. Смотрите на рубле этой древней смерти. Там много трупов так было, да? А чё их нельзя больше 20 носить? Ограничения. Ты сюда в любой момент можешь прилететь. Тебе в среднем на башне нужно 2 штуки. Сжигает корсунку. Нету. Одна минута. Ну, смотри, одни ворота, да, 59 секунд. Так, если что, рыбу поставил. Смотрите, чтобы не затыкали. Ебать, рыба. Все смешно пошли затыкивать. Да тут, по идее, у всех должно быть рыба, я просто куда-то удался. Ты далеко от рыбы. Давай я правую заберу. На первый же стаками не надо меняться. Что тебе угодно? Добро пожаловать! Ой, блин, я случайно в ТП-шнулась. Ты там бахтал кто-то поставил рядом с выходом. Как тебе не стыдно, даже не смотришь, куда ты кыш. Жмите лапу. Я просила Джилса. Жмите лапу, медведи, говорят. Кулак. Кулак бафнить, когда у нас один половин. Вагоны, блядь, кто кулак бах? Какой паладин? Паладином, да. Не можете не кричать, я сразу сказал, у меня регов нету, если джипы не поставить. Тут друидов еще. Первым окне танчим. Насколько много тебе пуха то ограды? Типа в среднем на 3000 больше, чем у меня. Конечно, можно второе окно вести, но там другое окно. Сейчас бы еще по три окна не води. А кто это был? Лена, Лена, по-моему, Борисовна водила по три окна. Два Моника можно и четыре. А Рада в три ходит. Рада, если бы потянул компьютер, он бы их пять водил. Что по Гере? Он успевает хуже, почти пропал. Следующего лови. Чё, хил замерз, шаман.
повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Ой, ебать, ты чё он сказал? Все чудовища повержены! А нас надо было? Выбор кому-то нужен? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гипопамс... Ну что нужно? ...нового противника... Это нахуй надо. ...готовьтесь к бою! Не, обычки, с обычки есть у меня. Я думаю, он нужен 240-му коту. Не вижу кота. Видишь, кота нет проблем. Ты сундуки не пробовал соло открывать? Нет. Ты думаешь, я на нем играю вообще? На нем только квесты выполнять начал. Потому что ворот не падает. 3 часа стакнул 20, плюс 3 баджа получил и все. За Альянс попроще было в это время, в 7 часов у них выигрышная. Я просто хочу вторую тринию на отдых. По мне, просто чашка не очень нравится. Там больше от силы баф идет. Всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва, ты поможешь мне, демон! Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарацус, эритарский повелитель Пылающего Легиона! Че ты в два окна уходишь? Но где отдельные? Это шутка. Ну шутка. Ой, сейчас залёты нет ничего. Сейчас максимум занимаю 1000 десятки за кого. Тебе не выгодно. Я сегодня попыталась, блин. Хорошо, Аниксию засчитали. Бьем Аниксию, у меня вырубило свет. Захожу, у меня даже квест засчитало. Я не знаю, как это произошло. Они без меня Аниксию били. Просто повезло. Нам это не нужен выбор, по-моему. Милишники в углу стоит. Он даже не выдвигается, типа со стаками. Как нихуя, сколько энергии. Вот, гибель Вилфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто...
кто смеет беспечно играть с темной магией. Что за прикол с Термивайном? Почему он иногда в небое работает, а иногда нет, а сейчас мне он просто работает, не работает, работает, не работает. Паладин нам не дал ты кулак, самое главное, по-моему. Он тогда вон опять, наверное. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим воинам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего... Это, наверное, из гильдии. Было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Да, я после 2-3 вихрей будет иммун. Никого не могу уклонить. Кого-нибудь. Там пуржа, пуржа нету. И это лучшие представители Орды. Меня подсажу. Зачем его завихряли?
Баут, блин. Чисто вдвоем с пианистом убили мага. Потому что я забыл на него метку поставить. Кого? Да. Да, так он кого-то убил в рейде. Причем ни одного. Есть приз ДЦ. Не знаю, у нас был пацанишка, которого звали Костя, погоняло у него Тарас было. Его называли Тарас. На 5 минут срочно. Что за хуйня? Ничего, символа нет. А, ебать, символа, но там, ну, нет, я думаю, хули я промахиваюсь там. Че, мы будем на этой неделе РС мучить опять? Стен Фалкова. А. Лёха, мы на этой неделе пойдём? Чуть убивать. Очень хочется апокалы без ГП получить. Нет, ты хотел сказать, ты хочешь апокалы с ГП. ГП. Кто ещё, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Кто ты ему уберите? Первый ролл без ГП же. О, два пояса одинаковых, шикарно. Они еще могут и не упасть, ты так на них рассчитываешься. Так это в моем статике падает, нахуй не нужен. А че, на прошлой неделе-то ДВ закрыл РС? 2% берса. Имбище ФК. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красиво. Во имя тёмного повелителя. Во имя короля Лича. Вы умрёте. Чехов тебя нахуливает слишком много. Повисло. Как они заебали, блядь. Я так понимаю, здесь коннект у всех. Да, да, да. Суки плат. Так чё, кто подскажет, на прошлой неделе ДВ статик закрыл РСХМ? Нет. Ты помнишь, вот этот новый пал, он хоть на одном боссе не умер, где нормально есть ДПС по сравнению, посмотреть? Не знаю, у меня рекаунт паладина отдельно хранится на паузе. Я могу сказать, 1-2% ДПС мне слишком дохуя дали. Что? Мета? Да, что-то слишком много. Типа я давал раньше 39 максимум молотком, сейчас даю 41 максимум. Это странно, 39 это с проком фетиша? Ну да, я про максимально говорю. Так у него нет фетиша, у него 47 бьет. Ну,
О, что-то дисконнект. Да. Понимаешь, Фитиш может и не прокнуть во время того, как я ты хуяришь. Я понимаю, но почему он тогда бьет 47, я не могу. Если стакаются на пулу, тогда все заебись. Это объясняет. 15 плюс 15, 30%. Так он же говорит, что типа нету на пулу. Я вот сейчас тему не понял. Дизурон ответил в теме про ШП, мол, посмотрит, но ничего не обещает. По поводу того, что у них слишком долго стаки копятся, видите ли, блин. Перефазы. Вот давай рейд можно определять, кто меньше меня ДПС, от того можно и не брать. Нет. Он, кстати, да. Ретрик что-то меня вообще не обнадежил сегодняшний. Одень Глору, давай с Глорой потестим. Я хули с Глорой, он не дамажит. Ты посмотри, у него в основном трэш, в трэш-то урон уходит. О чем ты говоришь? Если ты по боссу меньше даешь его, то это пиздец. Ну Ретрик, то что он сдох на первой этой фигне, надут Павела. Не знаю, я думал почему-то, что этот ретрик зайдет и будет как вага примерно. Нет, я не знаю, смысл ему вообще, я посмотрел, у него типа он фуловый. Ему типа надо, по-моему, ваш состав уйти, блядь, только ХМ траить, а не с нами в рейды ходить. Да, блядь, ему идти с таким ДПС. Он типа же бисовый, по-моему, нет? Ему на БК с таким ДПСом хорошо. Ему бы хотя бы указал ман закрывать с таким ДПС. Вот, типа, блядь, все одно, с РСХМ есть шмоты, запы и бот. Понимаешь, шмот есть, а ДПС не дали. Все просто. Типа, блядь, в ОКХМ, если идти, то ДПС должен быть, блядь, 20-арик. Так, нечего туда идти. А он настоящий, у босса не может 20. Ну это ты про Гидроса говоришь? Его там вообще вага линковал или кто? Его там вообще в списке не было? Его на боссе не было, я больше скажу. А, его на боссе не было? Я имею в виду про демона, блядь. Настоящий босс. Да не, демон вы там бьете, я вот не бью, допустим, когда он крутит. Ну, я не бил, он бил, я видел, он был вместе. И чё? Я, блядь, почему-то на втором месте, а он где-то в жопе мира. Понимаешь, там боссы, которые быстро передвигаются или что-то еще, допустим, ДК, ДПС падает. А ретрик может поддерживать ДПС за счет банально, во-первых, печати, во-вторых, у него есть джага, которая бьет на ренже. Блять, молотки плюс экзорцизм. Ну экзорцизм вот. Тоже, что ж, не просто так, его тоже стакнуть. Понимаешь, ретрик на ренже поддерживает ДПС даже на бежках. То есть даже если босс тебя на, ну, мили-атака, ты его бить не можешь. Хоть как-то. ДК этого сделать не может вообще. У меня все спылы, это моя мили-атака. Ады кому? Если не урон. Хотя стоп. Кстати, это беспощадные зимы в фросте больше дамажит, чем жатва. Ну да, это давно было ясно же. То, что в 4-5 выгоднее ходить во фросте. Не, ну там есть еще один нюанс. В плане быстрого Ича, Фрост ДК хуже, чем Блад. То есть, допустим, ну вот, мне надо свичнуться там по валькам наличия, я при этом ДПС не теряю. Фрост ДК потеряю. Насчет этого не знаю, он же не настакивает на боссе стаки. Это только если ты слакаешь, тогда можно проебать стаки, по-моему. Фрост ДК разгоняется. Он постепенно разгоняется. Блад ДК, он больше бурстовый, сносит по бурстам. Потому что это и
Ирия и Руник, но вы учитываете, то что у вас в рекаунтах, тот ДПС, который у меня, вы добавляете к нему еще пятеру. Потому что у меня руническое оружие, ни у кого оно не пишется в рекаунте, оно наносит 5000 ДПС. Примерно. Вы добавляете еще пятеру. Там ж не так скалируется, все равно как-то не может он на 5к ДПС отдавать. Не, руническое. Руническое оружие плюс черви, блять, 5к спокойно. Ну, руническое оружие, оно ж 50% от атаки от оружия наносит, по-моему, или сколько. Оно дублирует твои билки. Оно плюс доты вешает дополнительное. Типа, по факту ты бьешь как бы двумя руками. Че, в скаде не отображается? В скаде нет. Заходит. Угу. Я просто выносил отдельной строчкой. Когда бил манекен, у меня руническое оружие дамажило 5к. Плюс червик дамажили 2000. Я даже беру в общем урон, самый низкий, блядь, 5000 от всего. То есть добавь еще, блядь, допустим, к моему ДПСу 5000. Ну не 5, там 1002, потому что оно ж проковое. Ты же не постоянно им ебашишь. А сколько там, минуты откатывается, что ли? С червями вместе. Червь постоянно. А черви по... Учитывается? А черви 2000 наносят, это, блядь, просто в манеке. Лёш, черви учитываются? Ничего. Лёш, черви учитываются? Нет, ни черви, ни эта хуйня не учитывается. Люха и Вага остались. Ты босса бы запустил. Прогружайся. Нету, не, а негде ты не запустил же бот. Почему ж ты в одного протаришь? Что так заебись получилось? У меня даже агро получается. Добрый день. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Крылатые вестницы короля лича. Пусть состязание начнется! Дамаг увеличился. Надо сферы ловить, чтобы дамаг увеличил. Подожди, никуда. Это будет красивая победа. Хотел рейд. Роба не узнать здесь. А то он пизды получил. Это пизда, ты ебашь, что поэтится. Насос.
Пушка слабая по сравнению с твоей. Чарунник зависит от пушки. Ты как-то не понимаешь, 30к ДПС освечивается, как и 30к ДПС сбыть. Раньше ДК был пиздать. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Да, мне нравится. Чему же я нуба зерганюма? Ребят, а вы вот сейчас в испытании крестоносца и все, да? А, еще был маги. Не, ну просто у меня мест достаточно много. Если хотите, то прыгайте в РС. Я понял, после. Давайте. Страшные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Нужно пристабов. Будет тебе такое. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я подарю тебе заслуженную смерть. Ключевая фраза не должна быть. Ты же сам видел, что проблемы бывают, когда не знаешь, какие кнопки нажимать. Блядь, тут много знать не надо, у тебя, блядь, 3 кнопки и все на макросах, чтоб ты руником пока доебашь. Больше нихуя не надо. Точками просто агро набираешь первое, остальное просто разряжаешь. Кто сзади? Лёха. Какой-то бастард. Давай, а чё? Чё, Геру спор давать? Не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая... Пока контролят жуков. Аж где-то. Ебашь ты, пацаны. Стандо. Yeah.
прожмись. Я там еще не вылез. Вот только сейчас вылез. Соревнования будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Может, это... Нару не забыли нас. Всего тебе хорошего. Всего доброго. А чё, классовые шмотки не трансит, что ли? О, кто-то гильдию покидает. А кто это? Даже страшно после этого просить. Можно ты макнул? Войт. Ох, разозлился, разозлился. Можно вторым окном зайти? Вторым окном зайти. Думаю про товары, станет ли. Ты что, мне взяла? Так-то выхилят даже втроем. Ну, у нас еще и ловли много. Не знаю, зачем они пошли иконю закрывать 25-ки. Могли в десятки быстрее закрыть. Икону они пошли закрывать радио, да. Давай, похилим. Я. Ты что, по голосу не узнаешь? Нет, это не Карина, да. Привет, Ребзя, есть сладочи? Там второе окно есть у кого-то, блядь. Слышишь? Лучше нормального человека. Саша, выйду с Ребзя, напал. Я сейчас танки. Пятерых затанчишь сразу. Так он-то затанчит, вы просто пиздец первого вихря отхватит. Нет, одного в сторону. Я не считаю этого короля. Так их пять всего.